Уже в эту субботу стартуют рыбные недели 10-го Тобольского гастрономического фестиваля «Уха царица» в кафе и ресторанах Тобольска. Участники гастрономического конкурса готовят новые рыбные блюда и, конечно, главное блюдо фестиваля – уху. Приглашаем всех попробовать настоящее сибирское блюдо. Также в период с 19 августа по 1 сентября в рамках фестиваля «Уха царицы» будет проходить ряд конкурсов. Все подробности в официальной группе «Уха царица» гастрофестиваль «Тобольск» в социальной сети ВКонтакте. 18 и 20 августа с 12 часов до 14.00 гостиный двор Тобольского Кремля ждет ценителей волшебных звуков музыки на концертах тобольского композитора, лауреата международных конкурсов Николая Малкова. Для зрителей прозвучат авторские произведения на скрипке, фортепиано, персидском сантуре, а также национальных китайских инструментов – эрху и хулусы. 19 и 20 августа состоятся заключительные в этом сезоне мероприятия проекта «Бесхазное место». Команда проекта приглашает всех желающих по предварительной регистрации в группе ВКонтакте. 19 августа в 15.00 в мультицентре «Моя территория» состоится ковровая импровизация. Организаторы предлагают создать интересный арт-объект «Большой яркий ковер». Каждый участник может не только стать его автором, но и получит памятные мини-открытки от команды «Моей территории». В 5 часов вечера в саду Ермака пройдет концертная программа «Краски лета». Там выступят детские творческие коллективы Центра искусства и культуры Тобольска. Напоминаю о традиционных мероприятиях, которые проходят еженедельно. По воскресеньям в 17.00 проходит мероприятие в парке с книгой. Это читальный зал под открытым небом в аптекарском саду. В пятницу, субботу и воскресенье в 5 часов мы приглашаем посетить вечер отдыха «Кино на Базарной». А в субботу в 18 часов танцевальный вечер и снова музыка звучит в саду Ермака. А для любителей спорта и здорового образа жизни субботнее утро начнется с традиционного проекта «5 верст». Старт в 9 утра на стадионе «Тобол». В этот же день стартует чемпионат города по футболу 8 на 8, начало в 16 часов. В воскресенье состоятся соревнования по спортивному туризму. Начало в 11 часов, там же на стадионе «Тобол». Не сидите дома, проводите выходные активно. Анастасия Терехова, Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время.